выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности. В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Ничего там не найдем. Отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. О, черт! Ты в порядке? Оступилась. Все нормально. Еще по чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Чуть инфаркт не хватил. Ты в порядке? Ага. Пошли. Похоже, нам туда. Не дурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины.
Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Слышишь, же тут льда валится. Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! А, черт! Чудом спаслись. Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да! Я тебя вытащу! Черт! Там! Вот там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была! Ну же, Лара! Лара, я тебя не удержу, веревка выскальзывает! Укрытие!
Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Анна! О, боже! Прости, пожалуйста. А что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах. И решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был... нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты...
Мне же обещали не стрелять! Вывози нас отсюда! Черт! О, нет! 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 Отступать поздно. Она должна быть здесь. В папиных документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Неужели добралась? Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Потайной вход. Потрясающе!
Вот бы папа видел. Надо попасть внутрь. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Тебе. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы.
Невероятно. Они почти внутри. Нашла. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Эй, он здесь внизу.
Ставьте заряды! Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара! Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда! В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция! Болезни, страдания, смерть в прошлом! Ты вообще себя слышишь? Иона,
Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Иона? Черт, Лара. Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Не пытайся меня искать. Это моя миссия. Надо найти убежище. Останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. Сухое загорится. Я надеюсь. Труп свежий. Мяса нет, но... Thank you.
назад в лагерь. Да быстрее ты! Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Эти руины монгольские. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А чёрт! О, чёрт! Что это было вообще?
отряд. Говорит командный пункт. Ответьте. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Мы потеряли связь с разведотрядом на Южном Хребте. Последний раз они были в монгольских развалинах. Собирайтесь и ждите. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Заброшенный комплекс времен холодной войны. Какого черта тут делает троица? Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Эти грибы – это бледные поганки. Из них можно сделать яд.
Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Надо отдохнуть. Холодно. Устала. Нет, это вы слушаете меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой.